Я приветствую вас, мои друзья дорогие. Сегодня я покажу вам, как готовить кукурузу. Во-первых, кукурузу нужно брать вот такого вот цвета. Вот видите, она не такая переспелая. То есть не самая желтая, а вот такая вот немножечко желтоватенькая. Обрезать ее вот эти вот краешки. Вот, порезать вот, ну, чтобы вот так вот есть ее, чтобы небольшая она была. Много-то вы не съедите же сразу. Кладем в кастрюлю, ну, помыли, положили в кастрюлю и заливаем кипятком. Заливаем кипятком. И закрываем крышкой. Не солим, ничего не делаем больше. Таймер ставим на 15-17 минут. Больше ее варить не нужно. Затем, когда она уже будет сварена, где-то через 15-17 минут зазвонит будильник, опускаем ее в холодную воду. Если же вы сразу будете ее есть, то можно и горячую. То есть берете ее, кладете уже там, ну, допустим, на разделочную доску, кладете вы ее, немного посолить, и можно вот так вот взять сливочное масло, вот таким вот кусочком раскрыть его, вот такой вот кусок. Открыть вот этот краешек, вот, как мороженое, допустим, открывается. И вот этим краешком натереть прямо вот по кукурузе. И все. То есть посолить и натереть. Можно, конечно, и специи, посыпать ее специями, но это уже по желанию. И такая кукуруза, она очень хорошо к шашлыку, очень хорошо к мясу. Можно ее так просто есть. Очень вкусно, мои друзья. Желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте дизлайки, делитесь моими видео в соцсетях. Мои видео выходят каждый день. Всего вам доброго, дорогие мои друзья. Всего вам хорошего.